Никто не знал, ни как это делается, что надо для этого сделать, и вообще, что это за форма. Я говорю, вы что думаете, что у вас хватит денег сделать так, чтобы я забыл то, что мне говорила моя мама? Он говорит, подумал. Он говорит, да, хватит. Поначалу реклама вызвала большой интерес, потому что люди хотели товаров. А для этого никакого базиса экономического не было создано. Ну, конечно, мы понимали, что мы принципиально обманываем людей. Но люди сами хотят это делать. Они сами, например, включают телевизор и сами идут в магазины. Капитализм, с которым мы имеем дело, зло неизбежное. В начале 90-х российский рынок заполняется всем, о чем до этого советский человек мог только мечтать. Начинает зарождаться новый рынок. Рынок рекламы. Такой свободы, которой дали 90-е, не было. Реклама была безумно модной отрасли. Ты что, спорили о способах съемки? Ты у меня украл ход. У нас не было школы рекламы в России. Наши продюсеры, они звонили и плакали. Сегодня вас весь мир приветствовать готов. Он сказал, я хочу делать рекламную кампанию банка, только рекламировать ничего не надо. Давайте сделаем, чтобы людям было приятно и интересно. В этом была такая история психологической поддержки страны. Я тогда ничего не понимал. Ну, почему нет? Давай попробуем. Ну что, давайте попробуем. Камера идет.